упал с крыльца своего дома и разбился. Никто никого до самоубийства не доводил. Ну, я полагаю, что он умер от удара по гортани. Очевидно, ребром ладони. Профессиональный удар. Если ты не раскроешь это дело и не пресечешь антисоветские слухи, в нашем ведомстве на одного капитана милиции будет меньше. Все эти рыбки, птички, спички, перья. Вы догадываетесь, куда нам их воткнут? Интересно, куда ведет этот ход? Куда это ведет? Я слышала от нескольких очень серьезных людей, что колдун им кардинально помог. Ты думаешь разные фантастические версии и треплешься о них. Леша, у меня такое дурацкое предчувствие, что не мы на него засаду делаем, а он на нас.